Пошла. Да, в 5 запись пошла. Сейчас еще полсекунды, я тебя сделаю только хостом, да, вот еще люди включают. Да, я буду подключать. Ну, неважно, ты можешь говорить, все нормально. Да. Ну вот, поэтому мы как бы начинаем новый трактат, трактат Кедушин, это в каком смысле отдельная история, да, можно, конечно, обойтись без всякого введения в Талмуд, просто будем читать трактат Кедушин. Сколько мы его будем читать, трудно здесь предсказывать что-то. Трактат Брахот у нас, по-моему, занял 3 года, наверное. Трактат Кедушин не меньше, чем трактат Брахот, но заранее обещать, что мы закончим трактат Брахот, не могу, но первую главу мы точно прочитаем. Теперь по поводу текста самого. Значит, я сбросил ссылку на издательство «Книжники», где, собственно, на русском языке этот трактат был переведен. Спрашивали про электронную версию. Электронную версию мне прислали первую часть, но просили ее не распространять. Я буду ее выводить на экран. Вот мне разрешили выводить ее на экран. Распространять не разрешили. Но я думаю, что если написать вот по этому адресу издательства «Книжники», может быть, они... Я знаю, что они электронные книги, в общем, тоже продают, поэтому, может быть, удастся приобрести электронную версию. У меня вот это первый том. Не знаю, сколько томов включает перевод русский, 1 или 2. Ну вот, это, собственно говоря, все предисловия. И мы начинаем читать этот трактат. Я читаю не тот текст, который у вас на экране. Я читаю текст оригинала, перевожу его с листа, в том числе для того, чтобы подчеркнуть какие-то языковые нюансы, которые, естественно, в переводе невозможно передать. То есть буквальный перевод невозможен, его стараются сделать литературным, а иногда вот эти буквальные значения они играют определенную роль, поэтому я читаю с оригинала и не очень литературный, да, даю перевод, но зато более близкий к оригиналу. Итак, Мишна. Опять же, на всякий случай, если вдруг кто-то не знает, как устроен Талмуд. Талмуд – это своеобразные диалоги, беседы, рассуждения вокруг Мишны. Мишна – это корпус, который был составлен в 3 веке нашей эры, да. В первой половине даже, можно сказать, Иуда и Анаси. Такой раби Иуда Анаси, который в Талмуде обозначается просто раби. Если просто раби, это раби Иуда Анаси. И вот в дальнейшем, на протяжении нескольких веков, вплоть до 6 века, мы имеем дело с Вавилонским Талмудом, есть еще Иерусалимский Талмуд. Значит, творчество или разговоры, совсем если в общем смысле, да, вокруг Мишны, они каким-то образом оформлялись и в 6 веке были завершены, отредактированы в качестве Вавилонского Талмуда. Мы сейчас имеем дело с разделом. Мишна делится на 6 разделов. Мы читали трактат Брахот, который относится к разделу Зраим. Зраим – это посевы. Ну, сейчас не будем вдаваться в детали, почему вдруг трактат Брахот именно в этом разделе. Тот раздел, которому принадлежит трактат Кедушин, это раздел Нашин, то есть женщины. Ну и он, те, кто с нами читал Брахот, вы увидите, что немножко и по стилю рассуждений немножко отличается от того, что мы видели в трактате Брахот. Трактат Брахот насыщен агадическим материалом, то есть ненормативным. В трактате Душин галахического материала, то есть нормативного материала, больше. Ну, начнем. Гаиша никнет бешалош драхим. Выконает отцма биштей драхим.
Никнет бекесев, биштар, обевиа. Бекесев, бетшамай умрим бединар, бишавы динар, бетхилель умрим бифрута, бишавы прута. То есть первый тезис Мишны говорит о том, что женщина приобретается тремя путями. И приобретает себя двумя путями. Приобретается она с помощью денег, документа и полового акта. И в скобках говорится о том, что значит с помощью денег. С помощью денег нам уточняют, что это такое. Есть спор между домом Шамая и домом Гилеля. Дом Шамая говорит, что деньги имеется в виду динарий, то есть ну, определенная монета определенной ценности, или тем, что равно этой единице. А Бейт Гилель говорят бифрута, бишавы прута. Прута – это наименьшая, собственно говоря, денежная единица, которая встречается в галахических, по крайней мере, законах. То есть с точки зрения дома Шамая приобретается женщина за большую сумму денег, нежели с точки зрения дома Гилеля. По поводу приобретения и так далее мы, в общем, обсудим это, да, что это все означает и так далее. Вехама и прута, дальше Мишна спрашивает, а сколько это прута? Эхат мишмана бейсар, айтальки. То есть прута это 1/8 итальянского исара. Это еще одна денежная единица. Это были скобки, да, это в скобках. Нам рассказали, что имеется в виду под деньгами. Поскольку были упомянуты деньги, то приведен был спор Шамая и Гилеля относительно того, за какую сумму. Выконает от сама багет у вебинтата бааль, а приобретает она себя с помощью гета, разводного письма, или ввиду смерти мужа. То есть первый тезис, если мы вот эти скобки пока оставим в стороне, то первый тезис говорит о том, что женщина приобретается тремя путями, приобретает саму себя двумя путями. Да? И само это понятие приобретения, киньян, оно в наших современных ушах, может быть, или глазах может показаться, так сказать, унижающим женщину, что-то в этом роде, она как предмет, как покупается и так далее. Но на самом деле речь идет о, собственно говоря, простой процедуре, которая устанавливает, собственно говоря, переход из одного статуса в другой. В данном случае женщины. Да, женщина переходит из одного статуса, из статуса женщины свободной, в статус женщины замужней. Вот эта граница перехода от одного статуса в другой, она нам кажется, может быть, опять же, какой-то само собой разумеющейся более-менее, но на самом деле в древнем мире понятно, что смена статуса любой вещи или человека, да, она влечет за собой целый ряд последствий. Да, то есть по законам Торы, например, ну, одно дело, если человек соблазнил незамужнюю женщину, и другое дело, если он соблазнил замужнюю женщину, да, в одном случае он должен на ней жениться, в втором случае его ожидает смерть. И поэтому этот вопрос, в каком статусе находится та или иная женщина, ну, в данном случае я привел радикальный, но это играет серьезную роль. И вот этот термин киньян, он, собственно говоря, обозначает, как мы увидим в дальнейшем, он обозначает вот этот самый переход. Да? Точно так же, как если я приобретаю какую-то вещь, она должна перейти из владения одного в другое владение. И вот этот переход этой границы, он тоже, его нужно каким-то образом отметить. Да? То есть его нужно каким-то образом зафиксировать, чтобы он не был размытым. Этот размытый статус с точки зрения права
любого, не обязательно еврейского, да, этот размытый статус, он создает определенного рода проблемы. Поэтому здесь речь идет, в общем, о смене статуса. Но сам термин киньян, мы еще его обсудим в дальнейшем, да, он у нас, нас будет сопровождать на протяжении большей части первой главы, и мы увидим как бы полноту, что ли, его значения. Да. Я пока что говорю только вот о смене статуса. Ну и, значит, само по себе, сами по себе вот эти три способа, которые, по-видимому, здесь имеется в виду дизъюнкция, да, не конъюнкция, не то, что нужно все три, а достаточно какого-то одного из них, поскольку три пути, да, обозначены, то можно, значит, один вариант – это деньги. Что значит деньги? Тоже Талмуд, наверное, будет обсуждать, в каком смысле деньги. Второй вариант – это документ. Что за документ? Опять же, Талмуд будет обсуждать. И третий вариант – это просто половой акт, когда очевидным образом женщина как бы меняет статус, становится замужней. А приобретает себя она либо с помощью другого документа, который называется гет, разводное письмо, или естественным, опять же, образом, если ее муж умирает, то она как бы оказывается свободной, то есть не замужем. Ну и есть еще один тезис в этой мишне, который говорит о женщине, которая называется Евама. А Евама никнет бивиа, векуна этот смабыхалица умиметата явам. Что такое Евама? Евама – это женщина, которая предназначена брату своего мужа по закону о левиратном браке, так называемом. То есть, если женщина не имеет детей от своего мужа, и ее муж умирает, то его брат, ну, или родственник какой-то должен взять ее в жены, как говорит Тора, дабы восстановить семя вот этого самого умершего, да, и там первый родившийся ребенок, он как бы в каком-то смысле является продолжением вот того умершего ее мужа, который после себя не оставил наследников, не оставил потомства, да, может быть, даже лучше сказать, а не наследников. И вот такая женщина, которая оказывается в такой ситуации, да, то есть это в определенном смысле вдова, но с другой стороны вдова, которая должна предназначена совершенно определенному мужчине, она называется Евама. И здесь говорится о том, что Евама меняет свой статус, да, с вот женщины, которая потеряла мужа, и вдовствующая, но ждущая своего, так сказать, мужчину, да, который ей предназначен в силу родственных связей с умершим мужем, она приобретается с помощью полового акта. То есть здесь нет ни документа, ни денег, не нужна какая-то процедура. Единственная процедура – это, собственно говоря, половой акт. А приобретает сама с помощью другой процедуры. Да? То есть если вот этот самый родственник или брат отказывается на ней жениться, ну, не хочет брать ее в жены, то Тора предписывает определенный обряд, который называется халица. Этот обряд состоит в том, что она с него снимает ботинок, ну, в общем, обувь, и это как раз и называется лахлоц, лахлоц нааль. И говорит о том, что ну, вот так будет происходить с любым, кто не захочет брать в жены, значит, вдову своего брата, предположим, или близкого родственника. Но пройдя эту процедуру, она перестает быть евамой, то есть она уже никому не предназначена, она просто оказывается вдовой, которую может взять в жены уже любой другой человек. Ну, и если вот этот Явам он называется, да, она называется Евама, то есть предназначенная для вот этой процедуры. Сам левиратный брак называется Ибум. И вот она называется Евама, а он называется Явам. Да, то есть он тот, кто должен на ней жениться. Если он умер и другого заместителя как бы нет, то
она тоже оказывается свободной. Значит, вот это первая мишна, да, за исключением тех скобок, где обсуждалось, собственно говоря, тот денежный эквивалент, который играет вот такую вот роль, важную роль в этом самом законе. Ну хорошо, это мишна. Еще я не сказал, может быть, с самого начала, да, поскольку мы читаем, да, то у вас возникают какие-то вопросы. Два варианта: вы можете меня перебивать, задавать вопросы, да, совершенно свободно, или писать в чате, да, в общем, как кому удобнее. Ну, может быть, если у нас какие-то бурные дискуссии вдруг возникнут, то, может быть, имеет смысл поднимать руку. Там есть, по-моему, такая опция, чтобы я видел, там, кому предоставить слово в начале, кому в конце. Но, в общем, мы находимся не на лекции, да, это скорее такое чтение, да, совместное чтение, где ваши вопросы не менее важны, чем то, что я читаю и объясняю, чем мои объяснения, потому что они, собственно говоря, и могут породить эти самые объяснения. Да, Алик. А вот Руфь, она была предназначена же кому-то, раз она вышла замуж за наследника из колена Иудина. Значит, какие-то родственники должны были по этому закону... Да, так Боаз и есть ее этот самый Гоэль. В самой книге Рут рассказывается о том, что когда она ее посылает Наоми к Боазу, на всякий случай, опять же, да, это книга Рут, это книга, ну, сюжет ее о моавитянке Рут, которая вышла замуж за еврея, ее муж погиб, умер, точнее, не погиб, да, умер, и она со своей свекровью вернулась в землю Израиля, и там благополучно вышла замуж за некого Боаза. И вот когда Наоми, ее свекровь, ее посылает на гумно к Боазу, она говорит, что он твой Гоэль. Да? То есть Гоэль – это другой термин. Да? Есть термин Явам, это талмудический термин. Он не встречается в Писании. Явам, да? сам вот этот термин Явам. Хотя Ибун, например, может быть, встречается, если я правильно помню. Так вот, Гоэль – это избавитель, да, и вот этот Боаз, он является дальним родственником, который, в общем, может при определенных обстоятельствах, да, совершить вот этот самый левиратный брак. А Боаз ей говорит, что есть более близкий родственник, поэтому я Почему? Так почему? Она же там, судя по истории, они пришли летом, а все дело происходит, или там, ну, несколько месяцев прошло, собственно, с ее прихода, потому что она пошла к Боазу, потому что зима близилась, насколько я помню, нужна была еда. А почему он по этому закону сразу не женился, или тот ближний родственник не принял, как бы, это к сведению? Ну, в том-то и дело, здесь нет вопроса о том, когда, да, то есть вопрос, когда, может, понял. И будет обсуждаться. Есть отдельный трактат, который называется «Евамот», как раз, да, где обсуждаются всевозможные детали этого левиратного брака, но у нас нет как бы такого, что вот умер муж, и он немедленно должен бежать к ней в постель. Это, да, то есть это сколько времени нужно пройти, это отдельный вопрос. Ну и кроме всего прочего, нужно же выяснить, кто там чего. Вот этот Боаз говорит ей, он говорит, что есть один более близкий родственник, который должен, собственно, он прежде меня, то есть его близость, да, родство более близкое. И те, кто читал книгу Рут, помнят, что этот родственник отказывается. Сама по себе эта история, она довольно любопытная, хотя в самой книге об этом не говорится, но, судя по всему, Рут, так же, как и Тамар, была так называемой женщиной-убийцей. Есть такое понятие «иша катланит». Женщина-убийца – это женщина, у которой умирает один муж, потом второй муж. И дальше на ней проблематично жениться, потому что есть подозрение, что третий тоже что-то с ним будет не так. Это происходит, собственно, парадигмой вот этой женщины, «иша катланит», является Тамар, который умер сначала Эр, ее муж, да, то есть один из сыновей Иуды, потом Анан,
умер. Ну, мудрецы Талмуда рассказывают, почему они умерли, да, потому что они семя свое разбрасывали, куда ни попадя. А Анан как раз не хотел восстанавливать семя своего брата, и поэтому как бы значит, семя изливал на землю, и поэтому умер. Но так или иначе, Иуда опасался отдавать своего третьего сына, даже тогда, когда он уже был половозрелым. А вроде бы, если считать, конечно, что и во времена Иуды тоже был закон о левиратном браке, а мудрецы Талмуда считают, что все наши праотцы исполняли все законы талмудические, это тоже такой определенный топос, да, то он должен был отдать, как только его сын, ну, не отдать, а, в общем, поженить. Да? То есть он, это и был Ибу. Умер один, умер второй, вот третий. Он этого не делает, ну, и она его соблазняет и рожает от него двойню. Но сама она становится моделью, да, вот этой самой Ишак-Атланит. И Аллаха говорит о том, что если два мужа умерли, то, в принципе, большая проблема этой женщине выйти замуж, потому что, в общем, здесь есть угроза того, что третий тоже погибнет. Так вот, Рут, несмотря на то, что об этом совершенно ничего не сказано, но можно догадаться, что Махлон и Кильон – это два, собственно говоря, сына свекрови. Они как раз оба умерли в силу вот того, что взяли в жены Рут. Да? То есть она в каком-то смысле, можно ее считать, тоже такой катланит. И поэтому, когда этот самый родственник отказывается, он отказывается не случайно, он отказывается, потому что он боится просто, ну, а сейчас я тоже погибну, и только Боас, его имя означает «в нем сила», только Боас решается, значит, это сделать. Ну, после то отказа... есть она такая фатальная женщина, да, роковая, ну, да, женщина. Да, да. Ну, это некий аналог, это не совсем фатальная. Ну да, женщина. Эти истории, они соединены, конечно, и параллельно. Ну, естественно, да, понятно, что Тамар и Рут, они, в общем, и та, и другая являются прародительницами царского рода. И, в общем, ну, это как бы отдельная тема, да, но действительно там есть вот этот элемент и Бума, и в той, и в другой истории, да, то есть и там присутствует вот эта тема левиратного брака, и поэтому она имеет к нам отношение. Так вот, тот родственник, который не захотел, значит, ее, она как раз совершила вот этот обряд, согласно, опять же, Талмуду, да, обряд халицы. А может быть, даже и в самом тексте это на яушке. Да, помню. Там в тексте есть. Там в самом тексте ботинок, есть, да, и... что он снял ботинок, да, то есть она совершила эту самую халицу, и тогда Боас смог на ней жениться, являясь уже как бы следующим Явамом. Ну, хорошо, давайте теперь посмотрим, что у нас по этому поводу говорит Талмуд. Айша никнет. Майшна гаха дитаны айша никнет, у майшна гатан дитаны гаиш микадеш. Вопрос Талмуда такой. Он связан с началом второй главы этого же самого трактата. Вторая глава трактата начинается со слов «гаиш мекадеш», то есть мужчина, который отделяет для себя женщину. Да, лекадеш – это отделять, или да, на русский часто переводят так – освящать. И кстати, вот я вывел на экран, да, вот этот текст на русском. Я его не читаю, поэтому, когда, если он закончится, вы мне сигнализируете, чтобы я прокрутил. По-моему, надо прокрутить, да, вот это лист Талмуда, да, а вот Гемара, да, вот, собственно, вот то место, где мы сейчас находимся. Так вот, вторая глава начинается со слов «Аиш Мекадеш», то есть мужчина отделяет для себя женщину. И сам трактат называется «Кедушин», правда? «Кедушин». Почему «Кедушин»? От слова «Ликадеш». «Ликадеш» – это «отделять». «Кедушин» отделяет, мужчина отделяет тем самым женщину от всего остального мира, она предназначена ему, больше никому.
Ну, точно так же там кидуш, да, освящение субботнего дня. Мы отделяем субботний день от других. Да, или кодашин, да, жертвенные животные, которые отделены, они становятся отделенными для храма. Они теперь, их невозможно использовать и получать какую-то пользу от них в регулярной жизни. То есть само слово кадош означает отделенный, да, народ Израиля. Ам кадош в каком смысле? Он отделен от других народов. И вот вторая глава начинается как раз со фразы «Гаиш мекадеш». Он спрашивает, почему же первая глава начинается со слов «Гаиша никне» – «женщина приобретается», а вторая глава начинается «Гаиш мекадеш». Можно было бы и здесь сказать действительно, почему не сказали «Гаиш мекадеш», то есть человек, мужчина отделяет женщину тремя путями. Нормально было бы, да, и созвучно названию трактата Кедушин. А у нас используется слово «киньян», да, «приобретение», «никнет», который вроде бы к Кедушину не сразу, по крайней мере, да, сообразишь, имеет это отношение или нет. И в этом, собственно, вопрос Талмуда. Ответ. «Мишум де кабай лимитный кесов». И Талмуд отвечает, что поскольку здесь упоминаются деньги, нам приходится говорить о деньгах, то поэтому разумнее использовать термин «киньян» – приобретение, а не термин «кедушин». У нас, конечно, тоже сразу может возникнуть целый ряд вопросов. Да, ну хорошо, кто сказал, что кедуш обязательно, да, то тоже может быть с деньгами связан, но нет. Нам Талмуд говорит, что поскольку дело связано с деньгами, то термин киньян здесь более уместен. Вехесеф миналан. Дальше Талмуд задает следующий вопрос. А деньги у нас откуда вообще взялись? Почему деньги, действительно? Вы видите, что Талмуд как бы анализируя сам язык, на котором сформулирована мишна, он ему удивляется, да, он его остраняет в каком-то смысле, он удивляется как по каждому слову. Почему женщина приобретается? Ну, хорошо, приобретается, ты говоришь, потому что деньги. А почему деньги? Откуда взялись деньги? И ответ такой. Гамар киха киха мизде эфрон. Ухтив гаха киках иш иша. Ухтив гатам натати кесов асаде ках мимени. И Талмуд нам объясняет, откуда, собственно говоря, взялись эти самые деньги. Деньги взялись из другого слова, из слова «взятие», «киха», «лакахат». «Лакахат» – это «взять», «киха» – это, ну, на русском, опять же, сложно, да? Не знаю, как это переводится здесь. Давайте я посмотрю, теперь я могу смотреть, да, по крайней мере. Киха, где здесь киха? Взять-взять, да, они так переводят. Ну, да, взять. Да. Вообще киха – это действие. Да, то есть это не взять-взять, взять – это лакаха, а киха – это не взять, а взятие. Но, естественно, переводчик не мог так написать, да. Поэтому все нормально. Значит, вот это взятие, которое мы видим в том числе и в приобретении поля Эфрона Авраамом. А именно, написано у нас в главе, где говорится о браке, да, говорится «Кииках Ишиша», когда возьмет мужчина женщину. И вот это слово как раз «иках», да, оно там используется. Это книга «Дворим», да, 24 глава книги «Дворим». Не знаю, сейчас, может быть, посмотрим, но, может быть, там и нет смысла смотреть контекст. Да, то есть контекст понятен, да, человек берет женщину. А с другой стороны написано «Натати кесеф асаде ках мимени». Когда Авраам приобретает вот это самое поле,
Он, значит, торгуется с Эфроном, как, наверное, многие из вас знают, да, хочет похоронить свою жену Сару. И приходит к хитиянцам и говорит им: ну вот, ребята, я хочу приобрести надел, который будет захоронением для моей жены. Они его сводят с Эфроном, кому принадлежит этот надел, да, это, ну, там, где сегодня, да, или с точки зрения традиции, находится Меара Тамахпыла, двойная пещера. И вот он приобретает этот надел. Приобретает за деньги. И там говорится: вот, я дал деньги, да, возьми у меня. Дал я деньги за поле, и возьми у меня. И после того, как, собственно, этот Эфрон берет эти самые деньги, это поле становится полем Авраама. Здесь используется, как пишут как раз комментатор, в смысле Раши, да, потому что вот тот перевод на русский, который сейчас у нас на экране демонстрируется, этот перевод, который придерживается очень строго одного простого принципа. Да. Если нужно что-то пояснить, то в качестве пояснения берется комментарий Раши. То есть это такая строгая позиция, чтобы типа от себятину не пороть. Я, например, все время от себятину какую-то говорю. А в принципе, вот это издание, оно от всякого рода от себятины отказалось и приводит комментарий Раши, который является как бы классический комментатор. И как раз Раши говорит о том, что это известный способ, который называется «гзира шава». «Гзира шава» буквально это равный отрез, и работает этот принцип толкования Торы следующим образом. Если у меня есть в одном месте некое слово, я не уверен в его значении, я могу взять это слово в другом контексте и спроецировать значение, которое это слово имеет в одном контексте, на другой контекст. Вот это, собственно говоря, то, что происходит. Да? С одной стороны написано, что и возьмет мужчина женщину, а с другой стороны, я не знаю, что такое возьмет, предположим. Да? Я как бы притворяюсь или действительно не знаю. Когда я говорю «притворяюсь», это очень важный методологический прием, да? Мудрецы Талмуда. Они в каком-то смысле делают методологический шаг. Я не знаю, что это значит. Да, даже если у нас, предположим, в разговорном языке лаках это означает то-то, то-то и то-то, и то-то, я встречаю это слово, я не знаю, что это такое. Я не знаю, что значит и возьмет мужчина женщину. В каком смысле возьмет? За шиворот возьмет. Как он ее возьмет? Непонятно. И вот, чтобы понять это, я обращаюсь к другому контексту. Другой контекст – это, например, вот в контексте встречается то же самое слово. Это тогда, когда приобретается за деньги поле. Я говорю: а, ну хорошо, значит, тогда там, значит, взять. Взять – это значит заплатить деньги и взять. Значит, и когда говорится о том, что мужчина берет женщину, то же самое – заплатить деньги и взять. Сам этот способ гзирашава, естественно, что он является проблемным очень. Да, потому что, ну, мало ли, может, откроем конкордансу, посмотрим, еще где-то встречается это слово «лакахат» и так далее. И на определенном этапе звучит мысль о том, что нельзя как бы самостоятельно, да, пользоваться такого рода способом. Вот те случаи, которые уже существуют в Талмуде, мы их принимаем как построенный по методу гзирашава, но самостоятельно мы этот метод гзирашава применять не можем. Да, это более поздние комментаторы как бы об этом говорят. Действительно, есть такого рода проблема, с одной стороны, но с другой стороны, как и любой другой способ толкования Торы, которые они формализированы, да, у нас все есть. 7 правил толкования Гилеля, есть 13 правил толкования Раби Ишмаэля, есть 32 способа толкования Раби Йоси Гаглили, уже более позднего, да, автор
И все это мидот, шитура, недрешит. То есть правила, наверное, так можно перевести, по которым толкуется Тора. И каждое из этих правил не такое простое. Об этом есть довольно обширная литература. Гзера шава – одно из этих правил. Так вот, я хотел сказать, что каждое из этих правил, на самом деле, когда оно применяется, на первый взгляд, это кажется абсолютным произволом, но на второй взгляд или на третий выясняется, что под этим лежит на самом деле какая-то идея. То есть это не просто формальное применение этого правила, а это определенная идея. Сочетание вот этих двух контекстов, да, контекста, где мужчина берет женщину, а Авраам приобретает надел. Ну, какая связь, да, давайте задумаемся, какая связь между полем, которое приобретает Авраам, и женщиной, которую как бы приобретает мужчина. Кроме всего прочего, он приобретает не просто поле, да, он приобретает поле, где должен похоронить свою жену. Он приобретает для захоронения. Казалось бы, это нечто противоположное, ну, свадьбе, да, и так далее. Ну, не буду сейчас вас мучить и расспрашивать, какие у вас есть идеи на этот счет. Скажу сразу то, что напрашивается, да, исходя из некой, в общем, более-менее известной символической системы, которая существует в талмудической литературе. Дело в том, что есть довольно устойчивое сравнение женщины с землей. То есть, ну, например, Эрец Исраэль описывается в терминах символически как женщина. И народ Израиля ее приобретает как женщину. Есть еще одна устойчивая очень метафора. Это противопоставление дома и поля. При этом дом метафорически означает женщину. В каком-то смысле переход из поля в дом является тоже ну, своеобразной женитьбой, так можно сказать. Теперь то, что происходит, когда Авраам приобретает вот это самое поле, происходит гораздо более серьезный акт, чем нам кажется на первый взгляд. Ну, казалось бы, просто он взял поле охранить. То есть это земля, которая ему обещана. То есть в этом смысле, да, она является его ну, нареченной землей. Да? И что он делает? Он закладывает в каком-то смысле семя в эту землю. То есть вот эти самые мертвые, они рассматриваются в талмудической литературе как раз как семена, которые должны взойти. То есть смерть праведников и погружение их в землю в конце концов, обещает взойти в воскрешение мертвых и окончательное избавление. То есть здесь, видите, целый есть набор символических подтекстов, да, которые, вообще-то говоря, связывают вот этот простой, казалось бы, акт женитьбы с некоторыми, ну, такими более глобальными вещами. Да? То есть, по сути дела, получается, что приобретение Авраамом вот этой самой пещеры – это не что иное, как некий потенциал приобретения им земли Израиля в целом. То есть земля Израиля как бы вот в этой точке пока существует. Да? То есть вот уже Авраам ее приобрел, похоронив там Сару, свою жену, и в каком-то смысле начав этот самый процесс, который станет процессом избавления, геула. Да? Сейчас я заодно мы сразу слышим, что вот этот самый Явам, да, в Мишне, который восстанавливает семя своего брата, он тоже называется Гоэль, как раз недаром Саша спросил про книгу Ру, да, как раз вот этот Боас тоже называется Гоэль. И
вот эта перекличка, она здесь, возможно, тоже играет определенную роль. Так вот, Авраам, захоронив Сару, приобретает землю, и в каком смысле возникает вот эта самая метафора женитьбы, да, или свадьбы народа Израиля и земли Израиля. И тогда получается, что обычный акт женитьбы, он в каком-то смысле является репрезентацией, в том числе и такого вот этого самого акта, да, то есть акта, который связан с некой глобальной мифологемой. Мы увидим, что это не единственная связь, но она здесь уже обнаруживается. У кого-то открыт этот самый микрофон, да, и в этом нет ничего плохого, если вы задаете вопрос, но если вы не задаете вопрос, а как-то там шуршите, то это мешает. Вопрос. Не до конца ясно. Женщина – дом, противоположность полю. Авраам семя помещает в поле. Совершенно верно. То есть он приобретает поле. Да, он приобретает поле. Это поле становится домом. То есть в каком-то смысле переход из поля в дом – это и есть как бы женитьба. Переход поля во владение Авраама оказывается ничем иным, как в каком смысле домом, который Авраамом, не Авраам уже, да, а народ Израиля в лице Авраама обретает в земле Израиля, обретает потенциально пока, да, то есть это некий задел, своего рода, да. Вот этот задел, он, собственно говоря, превращает это поле не в поле, оно же не полем теперь становится, правда? Но, правда, мы можем сказать, что это вообще становится могилой. Какая же связь между могилой и домом, да? Ну, вот я сказал относительно того, как, собственно говоря, рассматривается сама гибель и захоронение, да, рассматривается как определенного рода такой процесс, который связан с процессом избавления. Ну да, то есть это не это после того, это было просто поле, а теперь становится домом. Поэтому это не просто поле. Сначала было просто, да, когда он приобрел, стало непросто. Да, Саша? Я просто думаю, что поле там отвлекающий как, ну, момент, а на самом деле он пещеру уже покупал изначально, задумка. Конечно, конечно. Да, да. И вот как бы этот дом, это есть пещера, потому что пещера это как бы дом, байт. Ну, как бы по геометрии, это тот же дом просто спрятан. Ну, по геометрии дом, но вообще-то говоря, это, конечно, место захоронения. И, ну, бы, дом для костей, так скажем, да. Ну да, сложно сказать, что это дом, но метафорически это может оказаться как бы заделом этого самого дома. Да. Так вот, вот эта связь, да, с одной стороны, это гзера шава, она выглядит как некий произвол. Но, как я уже сказал, чаще всего, когда она есть, да, нужно попробовать понять не саму формальную связь, киха-киха, да, то есть и там лакахат, и здесь лакахат, там взял, и здесь взял. А попробовать увидеть за этим некую мысль, которая чаще всего присутствует. Вот в данном случае присутствует именно такая мысль, то есть подспудно появляется тема параллели между, казалось бы, естественной вещью, да, человек просто женится, но, с другой стороны, любая женитьба, она является в каком смысле репрезентацией и вот этого брака, да, то есть брака народа Израиля и земли Израиля. Ну и мы увидим, что это не единственный как бы такой метафорический мотив, который будет связан с вот этим понятием киньян. Ну хорошо. Дальше там он говорит. Выкиха, икры киньян, дихтив гасаде аширкана Авраам. Ну, а само вот это взятие, давайте, может быть, само это взятие мы назовем киньяном. Почему бы не назвать киньяном? Можно назвать киньяном, потому что написано гасаде аширкана Авраам. Там написано, что это поле, которое приобрел, именно вот это слово киньян употреблено там, которое приобрел Авраам. И нами садот бакесов икну.
Или в книге Ирмияу написано, что поля приобретаются или будут приобретены за деньги. И поэтому, в принципе, можно было бы оттуда, да, из этого же самого стиха или из этого контекста, из контекста, где речь идет про приобретение поля, сразу говорить про киньян. Ну и хорошо, да. То есть поэтому у нас получается, что употребление этого слова киньян, оно не случайно. И мы сейчас с вами взглянем на контекст вот этого стиха, который здесь упоминается. Про Авраама я, собственно, контекст рассказал. А вот контекст стиха из Ирмияу мы сейчас посмотрим. Опять же, для тех, кто к нам присоединился и не читал с нами трактат Брахот, я сделаю два предложения отступления. Когда мудрецы Талмуда используют какой-то стих в качестве так называемой асмахты, доказательства или иллюстрации чего-то, да, говорится о том, что вот там сказано, здесь сказано и так далее, они, как правило, используют не то, что они цитируют, а они используют весь контекст. Ну, поскольку для этой группы людей, которая создавала там вот писание, у них на слуху, они в каком смысле его практически наизусть знают, то, естественно, когда упоминается какой-то там 2-3 слова, да, какой-то стих, возникает немедленно контекст этого стиха. Мы не обладаем с вами такими возможностями, да, но у нас теперь есть техника, и поэтому мы можем раскрыть соответствующее место и посмотреть. Вот это раскрытие контекста, оно очень часто дает возможность понять более глубоко то, что, собственно говоря, пытаются сказать мудрецы Талмуда, приводя этот стих. Ведь можно было бы обойтись, правда же, первым. Вот уже киньян есть. То есть в этом контексте нам говорят, помимо того, что есть кихалакахат, есть деньги, есть кихалакахат, есть киньян. Про Авраама сказано, что он канан. Нормально. Зачем приводить еще и стих про поля, которые приобретаются деньгами? Поэтому все, кто с нами будет продолжать читать этот трактат, вы кладите рядом с собой Танах, ну или в электронном виде. Открываете. Да? Вот сейчас я открою соответствующий контекст. Да? То есть это у нас Ирмияу 32:44. Значит, что здесь за контекст? Тридцать вторая глава начинается так. Слово, которое было Ирмияу от Господа в 10-й год царствования царя Циткияу, царя иудейского. Это был 18-й год царства Навуходоносора. И войско царя Бавельского осаждало тогда Иерусалим. И пророк Ирмияу был заключен тогда во дворе стражи, что при доме царя иудейского. А Циткияу, царь иудейский, заточил его, сказав: «Зачем пророчествуешь ты, говоря, так сказал Господь? Вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он его возьмет». То есть пророк Ирмияу пророчествует, говорит о том, что, ребята, нам конец, и за наши грехи и так далее. А царь Циткияу его, значит, берет под стражу и так далее. И он, помимо всего прочего, говорит, что ведет Циткияу, этот царь Навуходоносор, в Вавилон,
и будет он там, пока я не вспомню о нем. То есть это речь идет про изгнание народа Израиля из первого изгнания, да? То есть разрушение храма, первое изгнание, вавилонское пленение. Вы видите, да, что сам по себе контекст, и контекст, который говорит о вавилонском пленении, он каким-то образом оказывается, мы только что говорили, его о мотиве приобретения земли Израиля, народом Израиля. А вот есть еще и, оказывается, немедленно вспоминаем о том, что есть же еще и изгнание. Приобрел-то приобрел, а тебя могут оттуда и поперечь, да, в определенных обстоятельствах. Ну, я не буду зачитывать всю главу. В конце здесь говорится так. Значит, сейчас. Вот я соберу их из всех стран, куда я забросил их в гневе моем, в ярости моей. В конце этой главы говорится уже о том, что, значит, народ Израиля будет изгнан, будет в Вавилоне и так далее, будет рассеян. А потом вот я соберу их из всех стран, куда я забросил их в гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на это место, и дам им жить в безопасности, и будут они мне народом, а я буду им Богом. И дам я им одно сердце и один путь, чтобы они боялись меня всегда на благо им и сынам их после них. И заключу я с ними вечный союз, по которому не отвернусь уже от них, чтобы творить им добро. И поселю я в сердце их страх предо мною, чтобы не отступали они от меня. И я рад буду делать им добро и посажу их на земле этой воистину всем сердцем моим и всей душою моей. То есть приобретение земли окончательное, да, после вот этого самого изгнания и рассеяния, это то, что обещает им Бог. Это перед нашим стихом, перед тем, который цитируется. А стих, который цитируется: «Ибо так сказал Господь, как навел я все это великое бедствие на народ этот, так ниспошлю им все то благо, которое я изрек о них. И будут покупать они поля в стране этой, о которой вы говорите, это пустыня, где нет ни человека, ни скота, отданная в руки Каздим. И будут покупать поля за деньги, и писать купчие, и запечатывать, и выставлять свидетелей в земле Бениаминовой, в окрестности Иерусалима, и в городах Иудеи, и в городах Нагорных, ну и так далее». То есть мы видим, что наша догадка, да, догадка относительно того, что под текстом является, собственно говоря, не что иное, как приобретение земли Авраама, является правильным, да, то есть вот этот стих, который приводится, и который вроде бы, ну, просто формально, опять же, да, тоже поле, и тоже деньги, и тоже приобретение, да, есть поле, есть деньги, есть приобретение, все то же самое. Но говорится на сей раз действительно о вот этом как бы вечном владении, да, то есть покупка Авраама, она является как бы заделом, но по-настоящему это приобретение происходит вот в пророчестве Ирмияу после того, как народ собирает, после того, как Господь собирает народ из рассеяния и заключает с ними окончательный союз. Естественно, что у нас, помимо всего прочего, здесь немедленно возникает еще одна метафора, которой трудно отвернуться, да, после того, как мы читаем этот контекст. Я буду им Богом, они будут моим народом, заключу с ними вечный союз и так далее. Метафора того, что Бог – это муж, а народ Израиля – это его нареченная, невеста или жена, является, естественно, тоже таким общим местом и одним из важных мотивов. И получается, что в каком-то смысле народ Израиля выступает, с одной стороны, как женщина по отношению к Богу, который делает ее женой, а с другой стороны, народ Израиля приобретает землю, да, приобретает землю как невесту. То есть народ Израиля в качестве уже, наоборот, мужской составляющей приобретает землю. Приобретение земли, оно превращение, ну, в каком-то смысле, да, превращение полей, да, в дома.
превращение, переход из поля в дом, который осуществляется за деньги. Да? То есть здесь деньги играют роль определенную, роль скорее определенного символа, да? То, что я говорил, символа перехода, да? Перехода, обозначающего перехода из одного статуса в другой статус. Ну хорошо, значит, недаром мы открыли этот контекст. Видите, у нас много чего прояснилось в связи с этим. Так, здесь был вопрос. Я спрашиваю, это общий вопрос. Можем мы экстраполировать, что такая трансформация из одного состояния или смысла может происходить и с другими сущностями? Ну, естественно, да. То есть понятно, что вот эти границы, что ли, переходов разных вещей в разные вещи, ими пронизано, собственно говоря, все. Но это, опять же, не только в еврейской традиции. Да? То есть все эти, скажем так, стратификация, да, стратификация пространства и времени, это, по сути дела, установление определенных границ, пересечения которых так или иначе регламентируется. Да, и статус, который получают, не знаю, субъекты или объекты при переходе из одного пространства или из одного времени в другое, оно, естественно, каким-то образом должно определяться. Да, есть пространство священное, есть пространство профанное, есть время священное, есть время профанное, ну и так далее. Да. И в иудаизме этого, конечно, очень много. Да. То есть, там, шаббат, шаббатные пределы, там, шаббат и время, и пространство тоже. Да, нельзя выходить за определенное. То есть здесь очень много такого рода вещей. Вот вопрос такой, можно спросить? Да. У кого они будут приобретать землю, когда они вернутся из плена, согласно Иеремиаву? То есть друг у друга? Ну, видимо, нет, да, то есть не говорится, кто там на этой земле. Там немножко странно, действительно, да. То есть Иеремияв же говорит о том, что это пустыня, да, то, что называется пустыня и так далее. Ну, надо сказать, что эти слова Иеремияву наши, так сказать, отцы-основатели государства Израиль прям золотыми буквами держали у себя, так сказать, на столе. Мы знаем все эти приобретения, они же у кого-то приобретали, Ротшильд приобретали какую-то землю и так далее. У кого приобретать нашлось? Ну, Иеремияву не уточняет у кого, но это как бы и не важно. Да? То есть здесь скорее важно то, что это будет переходить, это станет как бы вашим владением в этом смысле, да, это станет вашим домом, это станет вашей женой, да, если земля станет вашей женой. Чтобы она стала вашей женой, необходим некий акт. И вот этот акт, акт приобретения, он здесь тоже описывается, да, то есть вот проводится параллель между простой женитьбой и женитьбой с землей Израиля. С женитьбой Бога пока нет, да, то есть намек на это есть, поскольку Бог берет, там не сказано в этом как раз пророчестве. Мы знаем, что в соседних пророчествах Иеремия будет говорить о том, что народ Израиля невеста там и так далее, я теперь буду ее мужем наконец, да, вот теперь и так далее. И все это соединяется как бы в одно, или точнее, да, это проекции обычной свадьбы, да, на эти различные аспекты глобальной мифологии, как, собственно говоря, происходит в Талмуде более-менее постоянно. Здесь мы видим, что буквально с первых строк Талмуда, да, Талмуд нам вот это вскрывает, правда вскрывает, как мы видим, в таком режиме, что можно было бы этого и не заметить, да, можно было бы спокойно это как-то отнести насчет просто чисто юридических каких-то моментов. Но в этом, собственно говоря, ну, опять же, те, кто с нами уже давно и читал трактат Брахот, я об этом говорил многократно, да, то есть развитие изучения Талмуда в еврейской традиции пошло таким путем,
путем, так сказать, педалирования аллахической части и иллюминации или забвения в определенном смысле части агадической, или части, агадическая часть, она по большей части как раз и говорит о символике определенной. И поэтому, собственно, Аллаха, она в каком-то смысле оказалась оторванной от тех символических связей, которыми она наделялась в Талмуде. Такой вопрос тогда у меня дополнительный. Да. Все народ Израиля возвращается как бы на землю. Это можно сравнить, как, значит, он, значит, жена отослана, и вот он к ней возвращается, берет ту же жену фактически. И вот тогда такой вопрос. Если развод, а потом желание восстановить брак, да, там все соответствует правилам, и при этом надо заново платить или не надо платить? После ктубы, после того, что, то есть после того, что развелись и решили восстановить семью заново, да, то есть нужно ли платить деньги еще раз этой жизни? Здесь возникает, Эмиль, не только это, возникает масса вопросов на самом деле, да, потому что, опять же, Аллаха проработана, и там есть масса деталей, есть ктуба, есть гет, да. Можно ли вернуть жену, с которой ты уже отослал, нельзя вернуть жену. Допустим, что можно. Допустим, что можно. Ну, целый ряд деталей, да, но мы сейчас пока мы как бы от этого далеки. Вот такой пока есть вопрос. Платить надо или нет, если... Не знаю. Ну, тогда хорошо, тогда подождем. То есть нет сразу немедленного ответа на этот вопрос, да, нужно платить или нет. Здесь надо понимать еще один момент, да, с вот этой символикой, да, что она, безусловно, является подтекстом, она как-то работает, но если мы пытаемся все нюансы Аллахи прочесть метафорически, у нас не очень получится, да, то есть какие-то нюансы работают, какие-то нюансы не работают. Ведь здесь, например, сказано, что женщина приобретает себя ввиду смерти мужа, правда? А если мы говорим, что это, предположим, отражение отношений между Богом и народом Израиля, то как народ Израиля может себя приобрести? И может ли вообще? И кто, например, же этот левератный брак тогда, каким образом читается? Да? То есть мы сталкиваемся, безусловно, если мы просто пытаемся продолжить, что ли, да, метафору во все аллахические нюансы, то мы сталкиваемся с определенными сложностями, понятными, да, и мы не знаем. Всевышний бессмертен, нет такой проблемы. В частности, вот этот вопрос относительно, нужно еще раз платить, не нужно еще раз платить, какой будет Аллаха, да, то есть здесь сложность, вот, которой мы сейчас коснулись, она является сложностью, опять же, не только еврейской традиции. Да? Если есть, сейчас абстрактно я говорю, то есть некий миф, некая мифологема, да, и есть некая практика, которая пытается актуализировать этот миф. Если эта практика одна, и она как бы очень понятная и наглядная, ну, предположим, как какие-нибудь элевсинские мистерии, да, то есть там, не знаю, если плодородие, то, значит, нужно кого-то закопать, потом вытащить из земли. Вот как бы мы тем самым иллюстрируем это самое плодородие. Но если эти практики становятся, так сказать, более изощренными, да, их становится много, они накладываются одна на другую, то вот этот самый символический пласт, он как бы мерцает, и его сложно иногда ухватить, да, за той или иной выработанной практикой. А они наслаиваются, кроме всего прочего, еще и со временем. Да, то есть, и, предположим, на определенном этапе выведен один закон или другое постановление. И тот, кто выводил этот закон или постановление, он имел в виду, предположим, да, какой-то один аспект. А дальше на это наслаивается другой закон, который был выведен на основании того аспекта, который первый не имел в виду. Да? И вот они начинают
да, вот так вот друг на друга наслаиваться, и это затрудняет попытку выявления каждый раз, да, проявления вот этого самого символического смысла и связи, собственно говоря, с мифом. Это, кстати, одна из причин, да, то есть одна из причин того, почему там, предположим, вот, еврейская культура развивалась в сторону Аллахи, да, то есть, потому что если, например, начать каждый раз рассуждать и о символическом смысле, то можно далеко не уехать. Поэтому вот Аллаха такая, и все. Да, то есть вот так, вот так, вот так и вот так. И это то, что будет, да, собственно говоря, в еврейской традиции. Там тоже будет все непросто, как устанавливается Аллаха. Но рассуждение о Аллахе как таковой, то есть о законе как таковом, оно оторвется от связи с мифологическим мотивом. Но это произойдет позже, да, это произойдет после завершения Талмуда. А культура мудрецов Талмуда, с моей точки зрения, это не общепринятая точка зрения, я так считаю, что у мудрецов Талмуда этот разрыв не произошел. Но этот символический уровень, он не всегда гладко ложится на все нюансы даже тех вещей, о которых они сами говорят. Ну хорошо, это было отступление. Но пока что мы видим, что и первая цитата, и вторая цитата, да, они в каком-то смысле созвучны именно в том смысле, что речь идет о приобретении земли. Да, если вот этот топос того, что земля Израиля – невеста народа Израиля, мы как бы понимаем, что связь между свадьбой, о которой идет речь, или приобретением, да, приобретением женщины мужчиной, является созвучной, пусть не во всех деталях, да, но созвучной вот этому мифологическому браку. Ну хорошо. Дальше Талмуд говорит нам следующее. Таней гаиша никнет. Внит нега там гаиш коне. Они задают следующий вопрос тоже. Почему написано, что женщина приобретается? Можно было бы написать, мужчина приобретает. Мужчина приобретает женщину тремя путями. Почему сказано, что женщина приобретается, а не наоборот? Да? Такой вопрос. То есть, по сути дела, этот вопрос, он же говорит о чем? Он говорит о том, кого Мишна выставляет в качестве, в каком смысле, активного субъекта. Хотя, конечно, глагол «никнет» – это глагол возвратный. Да? Это, он свидетельствует как раз о неактивности. Да? То есть она приобретена, кем-то приобретена. И тем не менее, на ней делается акцент на женщине, а не на мужчине. Он спрашивает, почему? Можно было бы сделать акцент на мужчине. Мужчина приобретает, это в каком смысле более логично. Он активный субъект, и про него идет речь. Нет, речь идет про нее. Почему? Ответ такой. Миикара таны лишна де урайта. У левасов таны лишна де рабанан. Что это значит? Это значит, что в начале было предложено языком, говорить языком Торы, а в конце языком мудрецов. А в чем здесь этот самый язык Торы и в чем здесь язык мудрецов? А язык мудрецов, он какой? Вот это вторая глава. Да? Вторая глава, которая начинается со слов «гаиш мекадеш». Ведь во второй главе как раз говорится про мужчину. Мужчина отделяет «гаиш мекадеш». А в первой главе говорится «иша никнет». И ответ Талмуда, почему именно так, можно было бы сказать «иш коне». Да, и в первой главе, то есть мужчина приобретает, потом во второй главе мужчина отделяет мекадеш, а у нас говорится иша никнет и аиш мекадеш. И Талмуд говорит, что вот этот самый
язык Торы. Язык Торы – это язык киньяна, приобретения. А язык мудрецов – это язык отделения, да, то есть освящения, Мекадеш. Мекадеш – это язык мудрецов. А приобретение – это язык Торы. Пока что это еще, вообще-то говоря, ничего не объясняет. Да? Почему бы не сказать, что все-таки мужчина приобретает? Они отвечают вроде бы на другой вопрос, правда? Скорее на вопрос, почему во второй главе мужчина Мекадеш, а в первой Ишанникнет. То есть вопрос про приобретается и про отделение. Ответ на это, да, то есть в первой Мишна начинает с языка Торы, а в Торе нет Ишмекадеш, да, в Торе Иш. Вы и ках иш иша, и возьмет мужчина женщину. Это, как мы увидели, соотносится с киньяном, то есть с приобретением. А вот мудрецы Талмуда как раз говорят про кедушин, и про мекадеш и так далее. Но пока нет ответа на вопрос, почему женщина никнет, а не мужчина коне, приобретает. Де асарла акуле алма ке гегдеш. Ибо запретил ее для всего мира, как гегдыш. Это продолжение вот этого тезиса, что это язык мудрецов. Мекадеш, да, связывается с понятием гегдыш. Что такое гегдыш? Гегдыш – это то, что отделено для храма. И я могу отделить для храма все, что угодно, да, то есть пожертвовать храму. Каким образом? Достаточно что-то сказать. Да, я говорю, вот этот там, не знаю, стул, гегдыш. То есть он принадлежит храму. Все. Никто не имеет права этот стул взять. То есть это будет нарушением закона суровым и так далее. Будет наказываться. То есть в момент, когда я провозглашаю это, эта вещь становится как бы посвященной храму, отделенной или освященной, как угодно можно переводить. И все. Это как нам говорят, что вот Талмуд сейчас нам говорит, что это язык мудрецов Талмуда. И начав с приобретения, Талмуд переходит, Мишна переходит на язык мудрецов. Но, тем не менее, «Венитны гаха иш коны» все-таки возвращаются к этому вопросу. Да? Почему бы все-таки не сказать «мужчина приобретает»? И вот теперь ответ на этот вопрос. «Мишун декабай лимитный сейфа виконает отсма». Бедида, тана нами рейша бедида. Почему, отвечает нам Талмуд? Потому что из-за того, что в конце написано, что она сама себя приобретает. И поскольку в конце сказано, что она сама себя приобретает, то решили, что она, про нее речь идет в конце, так пусть про нее речь идет и в начале. Ну, так себе ответ, да, то есть почему бы не разделить, да, вначале мужчина приобретает, потом женщина себя приобретает, все нормально. Но, по сути, ответ Талмуда состоит в том, что вот эта вторая часть Мишны, где говорится о том, что женщина себя приобретает посредством, значит, разводного документа или смерти мужа, указывает на, в каком-то смысле, ее активную роль. То есть она вроде бы приобретается, но тем не менее играет некую активную роль. Она играет активную роль в конце, потому что она себя приобретает. Но поскольку в конце она играет активную роль, то и в начале тоже эта активная роль ее подчеркивается. Гриша, у меня урок, перезвоню. Ну хорошо, что дальше? Дальше Талмуд говорит нам так: «Венитны гаиш коны умакны». Талмуд не успокаивается, да, на этом ответе, что это типа вот ее активная роль и так далее. Так сделай мужчину активным. Пусть он вначале, значит, приобретает, а потом наоборот отдает. Да, то есть что, мужчина приобретает и, так сказать, дает женщине возможность себя приобрести, и тогда мужчина был бы активен.
Здесь у нас вопрос, потому что мужчина обрабатывает землю, а не наоборот. Так наоборот, если мужчина обрабатывает землю, как раз про мужчину и нужно было бы говорить. Да? Мужчину нужно было бы делать активным, а не женщину. Ну, то есть сделать субъектом высказывания, так скажем, не активным, а субъектом высказывания. Женщина оказывается и активным, и пассивным одновременно субъектом, но она является субъектом высказывания. А Талмуд говорит, а почему не мужчина? Мужчину можно было сделать субъектом высказывания. И отвечает на вот этот вопрос. Мишум де ика митатамбай. Делав игу камакни. Потому что у нас в конце ведь упоминается смерть мужа. А если он умер, то это не значит, что он дал ей возможность себя приобрести. Это не проходит. И поэтому миншмая гудемакни. То есть она, да, то есть он дает ей себя приобрести, как бы благодаря небесам, не благодаря тому, что он сам ей дает. Да? То есть не мужчина ей дает эту самую свободу или приобретение самой себя, а небеса дают ей эту свободу приобретения самой себя. И поэтому, значит, сделать его субъектом высказывания было невозможно. Выбаетейма и тана коне, ава амину афилу балькарха. Тана гайшаник нет, демидата ин, шеломидата ло. Есть еще один вопрос, да, второй вопрос, второй ответ, который дает Талмуд. Он такой, хочешь, скажи так. Если бы написали, что он приобретает, то я бы понял, что даже насильно, то есть без ее воли он может ее приобрести. Поскольку написано, что женщина приобретается, не знаю, почему Талмуд видит в этом, да, видит в этом некую ее активность или, по крайней мере, согласие, Талмуд, по крайней мере, говорит так, что если написано «Ишаникне», то есть женщина приобретается, то это с ее согласия. Ее согласие – да, без ее согласия – нет. То есть Талмуд настаивает, да, на вот этом самом активном, в каком-то смысле активном, да, то есть активной роли женщины. Вот Илья пишет нам знаменитую эту самую из Тихого Дона поговорку: «Сучка не захочет, кобелек не вскочит». Ну, правильная поговорка, в смысле, к месту. То есть если мы правильно обнаружили подтексты, да, подтексты всего этого разговора, то подтекст этого разговора, ну, последнее высказывание совсем понятно, да, то есть оно понятно, почему? Потому что в каком-то смысле, если речь идет про, например, брак между Богом и народом Израиля, да, символически, то насильное приобретение народа, ну, как бы ничего не дает, да, несмотря на то, что у нас есть по этому поводу высказывание, что я подниму гору, примите, хорошо, не примите, я отпущу. Правда, есть продолжение, что они все-таки приняли осознанно, да, в конце концов, эту самую Тору. Но так или иначе, приобретение женщины, оно в каком-то смысле является зависимым от нее. Да? То есть важно начать именно с нее. Важно наличие некой, пусть не общей, понятно, что если речь идет про Бога и народа Израиля, то, собственно, он затеял всю эту историю, не народ Израиля. И тем не менее, некий элемент ее согласия, ее народа Израиля в данном случае, да, ее готовности здесь необходим. Теперь, если мы говорим про другую метафору «народ Израиля» и «земля Израиля», то и здесь тоже, поскольку земля Израиля – это земля обетованная и в каком-то смысле наделяется Богом вот такой сущностью, да, женской, то и здесь тоже обращение, собственно говоря, с этой землей должно учитывать в каком-то смысле ее свойства. Да, то есть нужно говорить о ней, а не о нем.
О нем мы тоже будем говорить, правда, говорит Талмуд. Да? Во второй главе Аиш Мекадеш. В первой главе женщина приобретается, во второй мужчина ее отделяет или освящает. Но началом является язык Писания, а язык Писания связан как раз именно с этим, с приобретением через взятие, да, и через денежную операцию. А язык мудрецов Талмуда связан с отделением и с освящением, да, с запретом для всех остальных. Тут есть как бы более простое объяснение. То, что не продается, нельзя купить. То есть законы торговли такие. То есть сколько бы он ни платил, человек, если это не продается, он не может насильно купить. То есть только то, что продается, значит, только то можно купить. Поэтому, ну да, 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 это хорошее тоже объяснение. Да. Да. Здесь есть еще от Елены вопрос. Приобретение женщины приравнивается к приобретению земли. Так женщина – это ценность, как земля или ничто, как рабыня. Я не совсем понял вопрос. Елена, может, вы просто проясните словами, голосом. И то, и другое, понятно, что это, ну, ценность, или, да, то есть здесь речь идет не столько о ценности, да, то есть когда мы говорим о приобретении в данном случае, да, то приобретение здесь, как мы видим, да, это некий символический акт. Не потому, что здесь есть ценность какая-то, которую нужно купить, да, а деньги, они играют, ну, некую роль, да, роль некого акта. То есть, например, не знаю, подпрыгнуть, может быть, тоже было бы нормально, да, то есть, ну, как символический акт того, что происходит переход из одного состояния в другое. Но вот этот переход из одного состояния в другое, ну, так же, как женщина, да, которая выходит замуж за мужчину, или земля, которая становится землей народа Израиля, или народ Израиля, который становится народом Бога, невестой Бога. Происходит каким образом? Происходит, начиная как бы с того, что становится чем-то. А что становится чем-то? Земля Израиля становится землей народа Израиля. Народ Израиля становится нареченной Бога. Женщина становится женой мужчины. Про нее идет речь. Да? И Эмиль правильно сказал, да, что в каком-то смысле можно было бы сказать то, что не покупается, но не продается, не покупается. Но здесь имеется в виду, что есть у каждого, значит, из этих субъектов должна быть некая предрасположенность, назовем же так, да, предрасположенность к тому, чтобы это произошло. Да? То есть невозможно насильно это сделать. Невозможно насильно владеть землей Израиля. Невозможно насильно владеть народом Израиля, да, сделать его невестой Бога. То есть он тогда будет куклой, да, Бога, а не невестой. И точно так же и с женитьбой. Да, Илья? У меня не столько вопрос, сколько наблюдение за самим собой. Может быть, у многих такое же возникло. Лично у меня часто мне хочется провести параллель, но вот мы когда еще вживую занимались, писали там, условно равенство. В нашем случае здесь мужчина вступает в отношения с женщиной, например, как народ Израиля с землей или как Господь с народом Израиля. И мы как бы вот такие соответствия выстраиваем в голове. Но тут же понимаем, что такие равенства корректны не в полной мере, они не абсолютными равенствами являются, потому что у народа Израиля как будто бы и нет других альтернатив. То есть при всех перипетиях и сложностях сценария, в общем, мы в любом случае вернемся в Эдем, и наш проект будет реализован долго или медленно. Но... Нет, не совсем так, что значит нет альтернатив. Изначально можно было бы сказать, что альтернативы были. Да? То есть есть мидраш, который говорит о том, что Бог предлагал Тору всем народам, народ Израиля был последним, который согласился. Все остальные не согласились. Можно было не согласиться. Женщина может не согласиться. Ну, а земля, конечно, не может не согласиться, но здесь необходим посредник, да, который говорит, вот эта земля ваша, если нет, то в каком-то смысле есть тот, кто подталкивает эту землю к этому согласию.
Ну, насколько я помню из того, что мы обсуждали в трактате Брахот, как бы условно там операционно варианты есть, но глобально мы все верим в том, что это, в общем, единственное... Это уже после, это после свадьбы, Илья, это после свадьбы уже действительно деваться некуда. Но, ну, то есть после союза, после, после определенного контакта. Но сам контакт теоретически, да, теоретически он как бы, можно было бы представить себе, что он не состоялся. Естественно, что Талмуд будет рассказывать об этом как? Что на самом деле весь сотворенный мир был сотворен условно. Мы тоже читали это, правда, в другом трактате, в трактате Брахот, Шаббат. Там есть высказывание про Йом Гашиши. Помните, Йом Гашиши, шестой день. Он написан в книге Берешит с буквочкой Гей, которая является вопросом. И Талмуд, естественно, это обыгрывает и говорит, что почему Гашиши? Потому что на самом деле все было поставлено под вопрос. И когда Бог сотворил мир, он говорит, ну, все это под вопросом. Если народ Израиля в свое время примет, как раз в шестой день, примет Тору, то тогда все нормально. Если нет, я, значит, все возвращаю в хаос и тогу ваву, да, то есть возвращаю к небытию. То есть в каком-то смысле мудрецы Талмуда рисуют божественный план так, что все было предопределено. Но, с другой стороны, они же говорят о том, что можно было бы и заортачиться, ну, как бы в какой-то момент. То есть, поскольку сам этот вопрос ставится таким образом, да, то есть он же ставит вопрос, он же говорит о том, что я знаю, что народ Израиля примет. Нет, он говорит, если народ Израиля примет, тогда, значит, все хорошо, а если не примет, значит, есть возможность не принять. То есть вот эта предыстория, что ли, отношений народа Израиля и Бога описывается в Талмуде именно в таких вот терминах, которые позволяют соотнести это с обычным браком. Ну, а точнее, конечно, это просто обычный брак соотносится как репрезентация как бы вот этих отношений. Я вот этот момент до брака упустил. А означает ли это, что после брака народа Израиля и Господа мы как бы перешли в другое состояние, и теперь у нас нет альтернатив для того, чтобы все очень удачно разрешилось? Либо все равно возможен, и у нас в голове есть сценарий, когда вот что-то не получится? Я просто ну, жил ну, вот мы же сейчас парадигме, что благоприятно. Все получится. То есть не минуем, то есть нет других сценариев. Ну, вроде бы нет других сценариев, но путь, оказывается, как нам пишут пророки, довольно сложным. То есть вот он покинул, да, вот он выставил на это, он сказал, что все, ты мне не жена. То есть это Бог прогоняет, да. А почему Бог прогоняет? Потому что народ Израиля как бы ведет себя как развратная женщина. Поэтому Бог прогоняет. А все кончится хорошо, ну да, ну, мы верим, что типа кончится хорошо, в смысле пророки, мудрецы Талмуда и так далее. Но перипетии этих взаимоотношений, да, прогнал, там, потом вернул и так далее, они как раз их описывают. Пророческая литература просто сплошь да рядом. Да, ну, нас... то есть, вступив в брак, мы как бы вступили в другое состояние. Сложные отношения. Ну, то есть, мы вступили в состояние, когда там, глобально мы все равно придем к избавлению либо к счастливому хэппи-энду, да, в случае с браком. А до брака были еще там концептуально даже разные пути, то есть могли и не вступить. Ну, теоретически да. Mm-hmm. Хотя, ну, может быть, и нет, но теоретически да. То есть это же все, опять же, нужно понимать это как некую разработку мифа. Да? Понятно, что в мифе все происходит не совсем строго. Да, то есть все эти предощущения, да, ну вот описывается так и сяк, вот Ирмияу говорит, все, вас разбросаю среди народов и так далее, потом верну, будет все нормально там и так далее. Ну, а кто мешал, вот сейчас тот фрагмент, который мы читали, говорит, и я вам вложу сердце новое, и теперь вы не будете грешить. Так и сразу бы вложил, и все было бы нормально. Вроде бы. Такая идея, можно спросить последний? Да. Маленький вопрос. Значит, вот почему жена покупается, да, вот не через поле у меня как бы идея, а вот так как приобретается курбан для жертвоприношения.
То есть он посвящается, человек не может принести чужое животное, он должен свое, как бы, да, он должен его приобрести, эту овцу или барана, чтобы принести в жертву. Вот. И тут, как бы, получается та же ступенчатость, вот, о которой мы говорили, что, значит, жена, она как бы, то есть семья целиком, она как бы, когда приобретается курбан, и человек приносит курбан, то он это делает, это посвящение Всевышнему. То есть это посвящение, то есть семья как бы посвящается Всевышнему целиком, да, как народ Израиля. А жена посвящается мужу так же, как народ Израиля владеет землей, да, то есть приобретает эту землю, да. И тогда получается, как в Широ-Ширим, да, то есть, с одной стороны, любовь Всевышнего к народу Израиля, это его невеста, это его жена, а народ Израиля приобретает землю, а это его, как бы, невеста. Здесь повторяется это в рамках семьи, как бы, такой вот. И тогда получается, что за деньги, потому что посвящение Всевышнему приобретается за деньги, или, в общем-то, я не знаю, там, подарок может быть или нет. Нет, еще раз, я подчеркну, все более-менее правильно вы говорите, Эмиль. Единственное, что с жертвоприношением там действительно есть последовательность, а здесь нет последовательности, хотя может возникнуть впечатление, что есть, потому что в первой главе говорится, женщина приобретается, во второй говорится, мужчина освящает. Но на самом деле это одно и то же. Да? То есть это не два акта, сначала приобрел, а потом осветил, как с жертвоприношением, а это одновременный акт. Он просто описывается по-разному, да, в первой главе, и потом мы увидим, как во второй главе. А деньги, еще раз подчеркну, что деньги получаются здесь, да, что они играют в случае с женщиной, они играют роль своего рода значка такого, да, который говорит, вот так. Да, могло бы быть и мог бы быть и другим этот самый значок, в отличие, предположим, от поля, да, которое приобретается за деньги, потому что оно приобретается как бы у другого, да. То есть это переход из одного владения в другое владение, из одного владения в другое владение можно перевести с помощью денег. Ну и здесь нам рисуют похожую картину, да, то есть женщина находится как бы в своем владении, а мужчина переводит ее в свое владение. И поэтому из владения во владение переход осуществляется с помощью денег. Ясно. Ну хорошо, друзья, до следующего вторника. Те дополнительные вопросы и так далее в чате. У нас есть в телеграм-канал, есть WhatsApp. Ну и, как я уже сказал, сейчас Натан вернется из Индии и наведет порядок как бы с этим нашим курсом. Все, всем счастливо. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Пока.